И всем доброго времени суток, всем здравствуйте. И кажется, на меня обозлились откуда-то еще твоя. Я не знаю, откуда они. А, не, знаю. Ты только что выдал себя, приятель. Очень плохой поступок с твоей стороны. Не, вернее, для тебя это плохо, для меня это хорошо. Давай не будем о грустном. Ты сейчас в меня попадешь, и у меня не осталось воды. О, классно. А, справа! Ай, еще? Нет, уйди! О, да ладно! Вас теперь четверо. Целый патруль нашел. Целый патруль. Замечательно, блин. А, он также хорошо выделяется на земле, отлично. Так, надо поскорее отвоевать форт, а то я сейчас могу снова умереть. И тогда мне снова придется идти от лагеря. У меня закончились бомбы. И вода. Оказывается, здесь можно еще бегать боком. Так, отлично. Вода. Жизнь хороша. Так, и что мне надо сделать, чтобы он стал моим? Ну, слушайте, я как минимум могу взять себе арбалет. Я на такой вполне согласен. Так, ты у нас что? О, 30 монет. Ну, в принципе, неплохо. О, записка. Часовой клянется, что видел какую-то темную фигуру среди могил на земле. Мы не нашли никаких следов. Следующим утром могила Джорджа Кози оказалась разрыта, и его череп пропал. Класс. Кто-то прям хочет меня выгнать с этого острова. Я пока не буду это трогать. Ах, да. Мне нужно восстановить колокол. И теперь я смогу общаться с духами. Как минимум двух я здесь уже нашел. Ой, ну что? А это у них синхронизация своя прошла. Ну так, напоминаю. Фух. А, отлично. Ну чё? Я не помню. Да, их нужно ломать. А вот зачем, не помню. Хорошо, форт. Форт теперь мой. Как он называется? Сторожевой пост. Хорошо, сторожевой. Фух. Мы смогли его отвоевать. Поздравляю. Опа, еще. Чё-то не искавировал, что-то мы виновили прихожец жестокой судьбы. Ну, теперь Констанс. Ага. Никогда не уплывем отсюда. Класс, мне не сбежать. Ну, если что, здесь есть девушка в красном. Надеюсь, она не очередной дух. Пиджак. Можно. О, да. Началась вот эта вот хоррор-атмосфера. Кстати, да. В этом измерении еще больше... Появилось еще больше врагов. Тут точно, помню, были какие-то скелеты. Просто лопаткой не обойтись. Нужна какая-то более крепкая, да? А вот где она, я уже не знаю. Ладно, в принципе, думаю, можно пока что поискать. О! А я только вспомнил про эту девчонку. Что? Женимся? Попробуй мне отказать. Хотя у нее тоже же есть лук. Попробуй мне отказать. У нее есть лук. Попробуй отказать. У нее есть лук, блин. Ладно. Эй, как дела? Ага, молчаливая. Она стесняется, я вам точно говорю. Давайте приготовим ей ужин. Она от этого точно не откажется. Так. Я забыл взять дрова. Ладно, тогда я за дровами, а вам желаю хорошо от меня отдохнуть. И все. Всем пока.